Как Биг Бен будут ездить к вам смотреть потом. Да, будь деньги себе. Привяжем чем-нибудь вон там. А то сейчас он уркнется нахуй. Из-за того, как сварили, у вас вот такая вот, видите, гарь бывает, там всякие капельки. И эти швы я обязательно зачищаю жестким диском, покажу. Потом уже глажу другим. Вот видите, вот так вот убираю риски. Это обязательно. Потом более гладким, видите? Вот такое состояние. Потом вот так глажу. Причем металл может быть и в масле, и грязный. И вот эти, у вас в первую очередь с них слезть краска. Посмотрите, сколько швов здесь. Сотни на ней. И еще внутри, видите, я и внутри снимаю. Обязательно. Потому что, да, там может быть даже у вас там не будет вода попадать и что-то. Но в первую очередь у вас краска облезает вот с этой гари. Вот, вот. Это в первую очередь. Поэтому два диска. Вот 6-миллиметровый зачистной. И вот такой вот наждачная бумага. Кто хочет, может там пескоструем еще чем-то. Я работаю этим. Представляете, сколько работы и внутри, и снаружи. Это минимум на час ее тут драть надо. И дышать вот этой гадостью. Это очень вредно. Посмотри, сейчас весь стол будет усеян. Это все летит и в глаза, и в нос. Поэтому очки и что-то на нос надо. И вот обязательно, хотя бы вот так. Иначе вы... Если вот так не подготовите, если у вас будут крупные риски, они будут видны у вас, когда покрасите краской. Это только порошок может там специальную текстуру убрать, у вас там крупные риски. Вот так вот. Если в один слой красить, это все будет видно. Дальше, если вы вообще покрасите, ладно вас там насрать на риски. Но краску выбросьте, если не подготовлена поверхность, у вас вот так не зачищено, не обезжирено, нахер тогда вообще не красить. Потому что вы просто будете красить ее каждый год, или у вас эта краска дождь смоет. Это однозначно. Здесь халявить нельзя. Ну и краска, конечно, нужна хорошая. Все надо качественно делать, тогда у вас будет качественно стоять. Вот так, видите, как я ее прошелся. Это, я считаю, минимум. Конечно, я за это беру там дополнительные деньги, однозначно, по часовой. Если клиент хочет. Если он сказал вот так, я ему и делаю вот, ну, вот так вот. Так что вот это обязательно. Вот вид, видите, изнутри. Тут я не стал крупные риски убирать перстнем, потому что не нужна лишняя работа. Мне клиент не сказал. А здесь вот я постарался вот сделать, видите, как вот так вот. Тут у меня диск не достает, но он сказал, я там не стал мучиться. Вот. Вот, видите, даже видите изнутри, сколько пройдено. И здесь, сколько, я говорю, было швов сделано, и сколько надо, вот видите, все это надо счищать в обязательном порядке. И, конечно, вы не хотите выброшенные деньги, свое изделие выбросить, так что думайте головой, конечно, не жадничайте. А то из-за жадности будет, как говорится, скупой платит дважды. Вот я ее подзачистил. Это по минимуму. Еще, видите, наварил вот такие штукенции красивые, да? Сейчас мы ее еще протираем, обезжириваем. И она у нас вот дверца, видите, какая. Вот такая. И сейчас мы ее покраску. Вот такой вот у нас Биг Бен получился. Видите? Вот улица. И вот где они установлены.